Я приветствую проектный офис развития Арктики от лица Международной арктической школы Республики Саха-Якутия. Идея создания международной школы в республике возникла больше 10 лет назад. И занималось этим Министерство образования нашей республики. После многих обсуждений в 2014 году главой республики была утверждена концепция Международной арктической школы. И название школы содержит два основных направления, два основных приоритета, которые были заложены в эту концепцию. Слово «международное» означает, что мы должны стремиться к реализации не только российского национального стандарта образования, но и к реализации международных образовательных программ, которые имеют аккредитацию на международном уровне, чтобы дать возможность детям получать документы, которые принимают учебные заведения не только в России, но и за рубежом. А слово «арктическое» – это наш региональный компонент, потому что большая часть Якутии – это Арктика, арктическая зона. Но мы для себя считаем, что практически вся Якутия – это экстремальные климатические условия, и поэтому наша республика для нас воспринимается, в принципе, как вся арктическая зона. Поэтому все, что связано со словом «арктическое», мы воспринимаем как свое родное, как отражающее какую-то уникальность, самобытность и связанное с культурой, с традиционными укладами, с традиционными формами хозяйствования и вообще как бы с особенностями национальными нашей республики. Несмотря на то, что у нас проживает в республике больше 120 представителей национальности и народности России, но для нас вот тоже сохранение коренных народов Севера, которые тоже отличаются небольшой численностью, и для них очень важны такие вещи, как сохранение культуры и языка. Это для нашей республики тоже одно из ключевых направлений. Поэтому арктическое слово – это значит различные проекты и программы, связанные с сохранением языка, культуры и с подготовкой детей к будущему развитию Арктики. В том числе подготовка их к промышленному освоению Арктики, к бережному отношению к окружающей природе, к тому наследию, которое они получают. Потому что дети, которые будут жить и работать в Якутии, их жизнь и профессиональная деятельность обязательно будут связаны с арктической тематикой. Поэтому очень важно, чтобы они с детства были погружены в арктическую повестку, и для них это было близко, они сопереживали всем вопросам, всем проблемам, касающимся Арктики. И в будущем, когда они будут реализовывать себя, независимо от той сферы деятельности, которую выберут, это гуманитарная, технологическая какая-нибудь сфера, да, независимо от этого, они могут проявлять себя на своем рабочем месте, в своей профессиональной деятельности, как бы основываясь все-таки на вот таком бережном, экологичном отношении к окружающему миру и действительности. Школа задумывалась как республиканский центр, да? Поэтому мощность школы небольшая. Мощность здания 220 учащихся, школа повышенного уровня, потому что реализация двух разных программ, да? И, конечно, конкурсный отбор. В этом году мы набрали немножко меньше детей, 185 детей, потому что ситуация с коронавирусом была, и по рекомендации Роспотребнадзора мы уменьшили количество детей в классах. То есть не 24, да, как обычно, а по 12-15 человек в классе. И в связи с этим как бы немножко меньше. Но в перспективе планируется, что все равно основная задача Маши – это стать республиканским центром. То есть это работа не только с постоянным контингентом обучающихся, а работа с детьми всей республики. Это организация современного дистанционного образования, это повышение квалификации учителей всей республики. То есть это работа в системе,
как сказать-то, в республиканской системе работы с одаренными детьми, куда включены очень разные республиканские учреждения. Это центр дополнительного образования, например, «Юность Якутии», это республиканский лицей-интернат, это Малая академия наук, это Верхневилюйская гимназия и иные учреждения республиканские. Мы как составная часть вот единой целостной системы по развитию талантов, интересов, способностей детей. Статус международный надо действительно защищать авторизацией международных образовательных программ. Первая программа, авторизацию, которую мы хотим пройти, это международный бакалавриат. Дипломная программа, но она рассчитана на старших школьников. Мы еще думаем, что, может быть, в перспективе, если мы начнем детей учить, расширимся и начнем детей учить все-таки с 5 класса, то будем авторизовать также программу для основной школы. Начинаем мы, у нас специально научные консультанты. В первую очередь, Арктика у нас связывается именно с научной работой, с исследовательской работой. Да? Наша задача первоначально вовлечь детей в эту тематику, поэтому начинаем мы внедрять научный семинар по арктиковедению. В зависимости от того, в каком классе учится ребенок, это специальные модульные курсы по арктической тематике. Это природа, например, климат, да? История освоения Арктики. Арктическое страноведение, это зарубежные арктические страны, российское изучение российской Арктики. И в рамках этого уже дети должны выходить на исследовательские проекты. Они могут быть связаны с исследованиями в естественных науках, да, то есть это физика, химия, биология. Можно делать проекты, потому что мы находимся же все-таки в зоне вечной мерзлоты. Да? И здесь может быть самая разнообразная тематика исследований. Это могут быть экспедиции. Это уже материал в экспедициях может собираться тоже не обязательно в нашей республике. Экспедиции могут быть российские, могут быть международные, да? Но тоже связаны с арктическими территориями и тоже самые различные тематики. Конечно, мы хотим вступить в международные организации, мы хотим сотрудничать с университетом Арктики. И вот их подход, когда создаются тематические сети, и в тематические сети вовлекаются самые разные образовательные учреждения, мы считаем, что его можно распространить, в том числе на работу с детьми. Да? Не только со студентами там, и с исследовательскими учреждениями, но и с образовательными учреждениями. И мы готовимся к тому, чтобы тоже определиться с тематикой, которая будет нас интересовать, и инициировать создание таких международных школьных сетей по арктической тематике. И нас поддерживают Северный форум, нас поддерживает институт, Арктический научный центр, который относится к Якутскому научному центру. Нас поддерживает Министерство образования и науки. И уже, например, в конце сентября мы будем одними из организаторов российско-японского семинара по развитию Севера. Да? Конечно, мы пока не студенты, мы школьники, и первоначально мы будем участвовать в семинаре больше как люди, которые должны впитать, да, то, что происходит, да, основные идеи, узнать, что людей волнует, какие вопросы, какие темы актуальны, да, чтобы найти свое какое-то место в изучении Арктики и какую-то посильные дела, которые могут именно школьники, соответственно, своему возрасту все-таки принести пользу именно по самым разным направлениям. Мы должны определиться с этим.